Примат и ординатор-бильярдист Ярослав Пильников, вам большой привет от меня. Желаю вам здоровья и счастья. И всем привет, друзья. И сегодня мы будем резать воздух вот такими вот ножницами. Но чтобы мне резать воздух, мне нужно знать технику безопасности. А именно, всегда держать ножницы в левой руке. Не в правой, а именно только в левой. Ну вот, это если что, моя левая рука. На видео показано, что это как правая, но на самом деле она левая. Прямо сейчас предлагаю приступить к резанию воздуха. Первым делом я хочу разрезать воздух вот именно вот в этом месте. Отлично, у нас все получилось. Пробуем в этом. Получилось. О! Так, все отлично, продолжаем. Ну и где-нибудь вот. Вот тут вот можно. Отлично. Все, ребят, я порезал воздух в этом видео. И могу сказать, что это было очень классно. Ладно, на этом все. Всем здоровья, всем счастья. И всем пока-пока, друзья.